Кинокомпания «20 век Чмокс» представляет фильм Никиты Мигалкова «Утомленная внуком». Тук-тук! Кто там? Бабуленька! Бабулечка! Как я давно у тебя не был! Недавно был. Как я соскучился по тебе, бабуленька. Глаза б мои тебя не видят. Я же тебе телефон, бабуля, привез. Телефон, у тебя же провода-то срезали. Я даже знаю, кто срезал. Ну, нужно же был, мне был провод, чтобы иконы перевязать от тебя. Ну ладно, неважно. Вот смотри, какой телефон, новый гаджет, современный, смотри. Да. О, смартфон, видала? А провода где? Так в том-то и кайф, сотовая связь, что проводов-то нет, понимаешь, в чем дело? Можешь из любой точки дома позвонить. Тут связи нет. Сейчас. Тут тоже нет. Из любой точки дома ты можешь спокойно звонить, бабуль. Это очень хорошо, удобно. Очень удобно. Вот здесь вот. Вот. Вот здесь. О! Вот тут вот связь есть. Правильно, у меня там икона висела. Ага, причем смотри, вот когда так стоишь, нету, а когда вот так, вот, связь есть. Вот. И можешь спокойно, вот очень удобно, скорую вызывать. Поняла? Или там давление у тебя поднялось, или там инфаркт, и сразу сюда, и раз так, оп. Алло, скорая, у меня давление 200 на 300. Иди, попробуй. Чё? Иди, попробуй, позвони. Залази, что? Вызови скорую. Давай, попробуй. Очень удобно, бабуль. Вот тут нет, а вот тут уже есть. Я сейчас тебе видео смешное из интернета качну. Там бабка со стула падает. Ай, сейчас, бабуля. Давай аккуратней. Сломался. Сейчас тебе качну видео. Ага. Ага. Что ты делаешь, баба? Балансирую. Боюсь отпуститься, грохнусь, костей не соберу. Попробуй позвонить, тебе говорю. Я боюсь, Слава, такая высотища. Я последний раз на табуретке стояла, когда стишок рассказывал Деду Морозу. Да, давно это было. В декабре. Ну давай, слазь. Ой, высоко, высоко. Ну, отпустись, я тебя приму, ну что ж ты. Грохнусь еще. Ой, куры сбежали. Куры куда вы? Ну-ка, стойте. Смотри, я тебе основные функции сейчас покажу. Слава, ты курение забирай, мой. Смотри, функции основные показываю. Оставь хотя бы петушка. Ага. Смотри, мыло есть. Мыло есть? Да. Это хорошо. Ага. То я последние 8 лет моюсь торфом. Угу. Давай, имя свое, логин. Сандра. Угу. 1111. Год рождения? Да. Угу. Все, пароль вводи. Пароль. Отвернись. Отвернусь, давай. Не смотришь? Не смотрю. Байкал! Байкал, я от! Ты что делаешь? Войну канала. Сразу да. Начальник штаба прибегал. Смотри, очень классная штука, очень много разных фон. Смотри, это моя квартира. Вот где моя икона. Ладно, ладно. Это на самом деле не основные функции, тут их много. Основная — это звонок. Я тебе голосовой вызов поставил. Говори «внук» и все. Внук! Ага. Сдохни, бабка, и убери гроб, господи. Пошел вызов. Алло, бабуля, к уху прижимай, к уху прижимай. Прижимай к уху. Алло, бабуля! Ау. Алло, когда приезжать? Слав, не приезжай больше. Ага. Куры есть? Не, нету кур. Ага. Как здоровье, бабуль? Слав, ты за дверь не уходи, я тебя не слышу совсем. Так в этом и прелесть сотовой связи, понимаешь? А. Ты к уху крепко прижимаешь и все слышишь. Наоборот, я прижимаю, ничего не слышу этим ухом. Все, бабуль, давай, я поехал. Как иконы появятся, ты звони. Ну-ка, набирай. Внук! Сдохни, бабка, о, пошло. Сдохни, баб. Все, бабуль, давай, я поехал, пока. Люблю тебя очень. А. Обожаю тебя, бабуль. Типа-типа-типа. Злый день. Взял кур все-таки. Бесполезную ерунду какую-то приволок, гаджет. Прошлогодний. Давно уже iPad 3 вышел. Петровна, привет. Здорово. Смотри, мой-то что мне приволок, видала? Ну, у тебя уж в прошлом году такой был. Ну, знаешь, что хочет? Чтоб я дом на него переписала. А я на тебя переписала. А ты на меня? Вот им! Во! Кукиш им с маслом! Во! Ты что, маникюр сделала, что ли?
Молодец. Я тебе что звоню? Что звоню тебе? Хотела пообрадовать тебя хотела, да. Это видео, как ты с табурета грохнулась, уже в Ютубе. Лови ссылку. Ну ладно, давай это, я под столом. Ржу не могу. Давай, пока. Ерунду какую-то подарил, бесполезную вещь. Продам на eBay, куплю курей себе.